Всем привет, друзья, с вами Локи, и мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. В прошлой серии у нас было две миссии. Переодеться в копа и переодеться в врача, чтобы узнать немножко об убийце. Ну а теперь у нас миссии. Так, это вернуть статуэточку. Давайте тогда вернем статуэтку по-быстренькому. И уже после этого поедем на задание. Чуть не влетели под трамвай. Все-таки убрался. Так, здесь направо. Ехать-то что-то прилично. Снова влетел. Сегодня как-то не очень удачно складываются поездки. Каким-то захолустьем. Очередные гонки. Ах ты. Ну, осталось уже полкилометра. Ох, чуть не навлетал сейчас, а. Так, это миссия. Туда мы поедем чуть позже. Так, мы на месте. Посмотрим, что можно выбрать. Мы нашли свинью. Так, в рукопашном бою что можно улучшить? Это удар пяткой с разворота. Да, давайте выберем вот это. Итак. Три раза X, потом зажать. Раз, два, три. Ну так это обычный удар. Нет, не то. Ну так вроде же обычный удар. Ох, как в грудинку локтем. Да вроде всех раскидал уже. Так, хорошо, мы получили. У нас, кстати, еще какое-то улучшение открыто, я видел. Да, вот тут ряды. А, у полиции, простите. Это вот.
Да, вот это выберем. Так, ну все, хорошо. Теперь можно ехать и на задание. Что такое-то? Что-то все телефон. Тут ехать совсем недалеко. Итак, мы приехали. Миссис Чу? Нейтимо, Сэмми, Кусайго-го-дзан. Кумуя-то-хай-ни-го-чу-фон-то-сик-е. Чо-хай-го-то-джин-джин-дэй-сик-фан. Ига, Кумуя-то-чу-кам-ян-га-е. Сэмми? Dog-eyes. Dog-eyes did it. Is that what Johnny told you? Гей-до-чин-то-м-джик-да. Ауэй-я. 你种生意会令人痴线的。 我叫Winston， 是我错的， 我鼓励他， 现在， 找他， 带他来路。 Она хочет еще мяса. Хочет еще устроить рубку. Ну ладно, теперь идем за птиным глазом. Думаю, это будет не так просто, как в прошлый раз, но посмотрим. По дворам. Вот мне нравится, любой путь можно сократить, проехав по двору. Воу. Ну а как еще вы хотели, чтобы я тут переехал? Так, поворачиваем. Так, ну сначала вот сюда. Тут такая машина неплохая стоит. Эх, и до сих пор не хватает 300 тысяч. Ой-ой-ой. Итак, найдите псиного глаза. Ого-го. Так, там что-то блестит уже отсюда, вижу. Check it, Lao. What is this shit? This shit? The fuck you think it is, huh? Trying to whip us off? This is baby food. Hey, man. Stop messing Whoa, around. What the fuck, man? Let's work something out here, okay? Ew! They don't run like that. Guys. Oh, shit! Move! Move! Oh, God! Mm-hmm. Как обычно это бывает. Музыка такая, прям Джеймс Бонд. Ох, черт. У-ху-ху-ху. Итак, друзья, продолжаем. У меня небольшая склеечка получилась. Звонил телефон. Но я думаю, это ничего страшного. Ой-ой-ой, там опять куда-то улетаем. Так, теперь чувства будут мордобои. Нет.
просто погоня. Ох. Давай, Уэй. Ну, давайте разберемся. Ох, тут жирный какой-то. Который первый в чешку будет получать. Ну-ка, успокоился. Давай, давай. Вот так двоих вырубил. В аквариум отдыхай, парень. Так, очередная партия уродов. Давай, давай, чё ты? А, тут с ножичком, да, урод. Вот так вот все. В бочину. Ну что, следующий? Хоп-хоп, так. Глушечку. Вот так, чешку тебе. Раз, сломал руку, подсечка. Голова. Все, отлично. Продолжаем. Куда ж ты, урод, побежал-то, а? You gotta be fucking kidding me, man! Wake up, little brother! It's not like I put that needle in her arm! You can't take this stuff personally, Wei. It was business. Wei, обернись, saying? Сзади. Обернись, обернись. Хорошо. Ломай ему руку. Not to me, it wasn't. Look, if you don't like it, you take it up with Big Smiley. He's the one who needs the pussy. I was doing my job. Oh, fuck, man. Is this what this is all about? Yeah. And Winston. And Peggy. Oh, fuck. You're coming with me. Look, maybe we can cut a deal. All right, stop all this shit, man. And I'll make sure that Big Smiley cuts you in on one of the side business. Maybe the fucking whole damn thing. I mean, hey. We can be generous, okay? Yeah, he's gonna be the future chairman of the fucking company! Yeah? You and Big Smiley are pretty close, huh? Yeah! We're tight, like motherfucking brothers! Me and Winston, we were tight too! Какой-то здоровый ублюдок. Get him! Get him now! Oh yeah, take your time, boys! Make him suffer! Give it up, you fuck! Одного в мусорный бак отдыхать. I can do this all night. Что, свою шляпу потерял, да? Ах ты засранец. Давай, жирный ублюдок. Еще один. Отлично. Ha!
Давай выйдем в центр. Иди сюда. Резануть меня решил, да? Хорошо. Ну давай. Не выйдет, урод. Ты пойдешь со мной, понял, урод? Ой, прости, засунь в багажник. Нормально так его укомплектовал. Чувствую, сейчас будет еще перестрелка. What's going on? We're bringing him to Mrs. Chu. She has something she wants to tell him. Mrs. Chu, all right. Пока все хорошо. Believe me, I'm tempted. If you and me handle this, and it'll happen fast. This son of a bitch deserves the worst we can give him. You're the boss, man. Ну я же сказал. Отличненько. Хорошо. Нормалек. Ух ты, черт. Да, отличный водитель. Ничего не скажешь. Ну и как, спрашивается, по-вашему, ездить, если вот он вот так вылетает? Ладно, начнем с самого начала. Так, запихнуть багажник. Давай, давай, погнали. What's going on? We're bringing him to Mrs. Chu. She has something she wants to tell him. Mrs. Chu, all right. Take care of this ourselves. Believe me, I'm tempted. But you and me handle this and it'll happen fast. This son of a bitch deserves the worst we can give him. You're the так, boss, по-моему, man. Сейчас уже все начнется. Да. Ах ты скотина. Oh, no, no.
Ох ты чёрт. Опять он влетел. Да выруливай. Водитель, конечно, из него никудышный. Все. Фух. На этом мосту он уже второй раз убирался. Давай вылезай, ублюдок. Новый мясистый парень. Подан. Jesus, I haven't been here in fucking years. Sammy, 為咗你一路開住個廚房，你睇我留埋啲骨喺裏面，你中意噶嘛？ Oh, 係咪啊？ It's cool, Mrs. Chu. I already ate. 你同我食曬佢，食咗佢。 Hey, what the fuck are you doing? I'm not fucking hungry. Oh. Sammy, 你避下我面，我特登為你做噶，唔使驚。 Ну что, дружок, тебе не поздоровится? Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. Sorry, it's nothing personal, just business. Oh, oh God, I'm sorry, please, stop. Ох, там началось опять мясо, друзья. $5000. Скоро там у нас уже на машине-то. Ну что, друзья, думаю, на этом мы закончим. Опять притащили для Мисчу новую пачку мяса, так скажем. Ну что ж, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. С вами был Локи. Пока-пока.